Хороший сигнал. Сейчас проверим, что это. Уперся. Уперся, что большое железное. Можешь подойти показать. Сейчас давай, наверное, этот рюкзак там есть. У нас получается щеточка с кисточкой. Угу. Буду. Давай я возьму сейчас сразу. И... Давай. Что-то большое. Когда что-то такое крупное мы находим, нужно брать инструмент реально. И работать уже с инструментом, потому что сейчас я возьму тоже, включу вторую камеру. Значит, здесь какой-то артефакт лежит большой. Сейчас беру телефон, достаю тоже. Ну, сигнал мощный идет, да? Ну, его прям видно, я уперся два раза лопатой. Вон уже можешь посмотреть, артефакт лежит. Его видно. Угу. Видно, да? Вот, смотрите, сейчас уперся лопатой. Да, действительно видно, ребята. Смотрите. Вот он, артефакт. Нужно аккуратно расчистить. Что в этой банке, может быть, мы не знаем. Ну, часто прятали разные сокровища тоже в банках, поэтому надо... В банках, да, во всяких. Поэтому, смотрите, мы так не спеша. Смотрим. Чувствую, придется покопаться здесь. Ну да, что-то может быть интересно, смотрите. Ух ты. Ну да. Не мина, не? Да не похоже, нет. Надеюсь, вам видно. Да, отлично, все видно. Ты поаккуратнее, пожалуйста. Ну, да, сейчас аккуратненько расчищаем, смотрим. Вот такая баночка. Угу. Надеюсь, что... Сейчас покажу. Надеюсь, вам уходит видно. Вглубь туда. Сейчас аккуратно ее лопатой поддену. Давай аккуратненько. Ух ты. Хорошо засело там. Угу. Фашистская. Ребят, смотрите, такая фашистская банка. Сейчас я вот ее подтяну. О, куда-то укатилась. Сейчас проверю, что тут у нее внутри. Сейчас давайте, знаете, что, ребят, сделаем? Сейчас мы с вами не спеша смотрим дальше, что здесь за находка. Поехали. Ну что, сейчас пойдет дождь, а мы как раз только в лесу наткнулись на суперкрутое святилище, значит... Огромные валуны, потом, значит, что интересно, кости в этих камнях, сейчас будем тоже здесь раскапываться, еще не звонили, не занимались прозвоном, под этим покажет огромный валун. Здесь, похоже, какое-то изображение, мы будем пытаться его немножечко приподнять, по всей вероятности его завалили. Ну, видно, да, что он сюда, тут как очертание головы, получается, идет. Тут вот видно, что здесь какой-то такой очень необычный такой символ. В общем, настоящая сенсация от канала «Фоскоклады и золото от Викинга». Сейчас будем дальше смотреть камень. Ну, сколько он весит? Огромный. Накалился, может быть, 2-3 тонны. И мы сейчас, получается, нашей командой будем стараться обнаружить здесь артефакты, которые могут быть. Даже дождь, который вот-вот сейчас хлынет, нас не останавливает. Будем пытаться его подрывать, смотреть, что тут. Потому что очень хотелось бы его поднять и показать вам все те находки и артефакты. Значит, что самое интересное, как вы видите, святилище идет полукругом. Видно, да, вот такие вот эти огромные валуны, которые стоят. Их здесь много. Мы потом посчитаем. Вот они идут, получается, полукругом. И в центре этого, получается, огромного полукруга стояла вот этот вот огромный, получается, огромная каменная глыба с изображением, не знаю, или человека, или какого-то божества. Такая, знаете, настоящая, крутейшая, непридуманная сенсация от канала «Фоскоклады и золото от Викинга». Приключения только начинаются. Смотрим наш сериал «Короли кладов». Это реально круто. Это золото! 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 Поехали. Ну что, сейчас пойдет дождь, а мы как раз только в лесу наткнулись на суперкрутое святилище, значит, огромные валуны, потом, значит, что интересно, кости в этих камнях, сейчас будем тоже здесь раскапываться, еще не звонили, не занимались прозвоном, под этим покажет огромный валун, здесь, похоже, какое-то изображение, мы будем пытаться его немножечко приподнять, по всей вероятности его завалили. Ну, видно, да, что он сюда, тут как очертание головы, получается, идет. Тут вот видно, что здесь какой-то такой очень необычный такой символ. В общем, настоящая сенсация от канала «Фоскоклады и золото от Викинга». Сейчас будем дальше смотреть камень. Ну, сколько он весит? Огромный.
накалился, может быть, 2-3 тонны. И мы сейчас, получается, нашей командой будем стараться обнаружить здесь артефакты, которые могут быть. Даже дождь, который вот-вот сейчас вынет, нас не останавливает. Будем пытаться его подрывать, смотреть, что тут. Потому что очень хотелось бы его поднять и показать вам все те находки и артефакты. Значит, что самое интересное, как вы видите, святилище идет полукругом. Видно, да, вот такие вот эти огромные валуны, которые стоят. Их здесь много, мы потом посчитаем. Вот они идут, получается, полукругом. И в центре этого, получается, огромного полукруга стояла вот этот вот огромный, получается, огромная каменная глыба с изображением, не знаю, или человека, или какого-то божества. Такая, знаете, настоящая, крутейшая, непридуманная сенсация от канала «Плоскоклады и золото» от Викинга. Приключения только начинаются. Смотрим наш сериал «Короли кладов». Это реально круто. Это золото! 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 Не хочу ничего говорить, но, похоже, здесь им пользовались. И здесь, на этом святилище, наверное, будет много всевозможных сенсационных артефактов, потому что, сами понимаете, я даже не знаю, что тут делал жрец или с жрецом, но артефакты, конечно, реально восхитительные. Даже не верится, что такие находки сейчас еще можно сделать. И мы, вы знаете, единственный канал, который показывает все эти артефакты. Мы сейчас работаем, нашли огромное святилище в лесу. Этот огромный камень, это реально какое-то изображение. Или, я так думаю, что это или какая-то змеиная голова, или какое-то вот, я не знаю, божество, а может быть, даже инопланетянин. Мне спрашивали, как у вас там с снежным человеком. Да, у нас есть кости, мы предполагаем, что это снежный человек. Это, ну, настоящие сенсации. Когда мы нашли это святилище, мы его искали много лет. Это не то, что мы пришли сейчас, сразу вам его нашли и показываем. Оно уникальное. И наша команда его обнаружила впервые, поэтому такие артефакты и находки мы и находим. Ребят, ищите сокровища, все можно найти. Сейчас потихонечку достаем, смотрим. Сейчас. Ты знаешь, что... Топор с золотой ручкой. Топор сейчас надо еще немножко расчистить. Тут еще кости. Кости идут, да, топор так. Топор сейчас вот с этой стороны буду поддевать, потому что там не идет. Давай. Блин, что ж такое? Сейчас идет. В корнях просто. Глянь, ага. Смотри, в натяжку глянь. Да, да. Вышел. Вышел сейчас. И кости тут, смотри, аккуратненько там не бери, не поднимай. Ничего ж себе, ребят. Круть вообще. Да, даже не верится. Просто не верится, что такие находки можно обнаружить, найти. Ну что, сейчас работаем на разрушенном доме. Будем разбирать фундамент. Не знаю, не фундамент, какая-то часть, то ли печки, то ли что-то такое, знаете, очень интересное, старинное. Надеемся, что будут очередные сенсации. Сигнал идет четкий. Будем сейчас потихонечку, не спеша работать. Ни в коем случае не переключайтесь. Это реально крутая команда «После клада и золота» от Викинга. И, конечно же, наш супер крутой сериал «Короли кладов». Если вы не видели, посмотрите. Наша команда показывает все те артефакты, которые другие вам не показывали и никогда не покажут. Это супер крутой, супер сенсационный просто сериал, который разрывает шаблоны и взрывает мозг. Давайте, прям не переключаемся. Пойдите, пожалуйста. Сейчас на прибор убрать стороночку. Сейчас. Самое главное, чтобы приборчик не пострадал, если мы убираем в сторону. Так. Ой-ой-ой, начало заваливаться уже. Сейчас убрали в сторонку прибор. Надеюсь, кто не докатится. Так, ну что, ребята, снимаем стенку, смотрим. Готов, да? Да, раз. Сейчас, подожди. Давай, да. Погоди, я дай-ка отойду. Так, готово, погнали. Да. Вау! Да, ребят, это настоящие приключения от канала «После клада и золота» от Викинга. Так, смотрим. Вот, получается, эта пластина огромная выходит. Так, мы дальше сейчас расчищаем, можно прозванивать. Так, смотрим дальше. Да, аж не верится. Смотрим сюда. Опа. Опа, глядь, идет. Смотрите, как она делает. Аккуратно стоит, там что может быть? Что ж пищало? Ну, это пластина пищала. Мы сейчас ее заберем, посмотрим. Ребят, смотрите. Капец просто. Так, выходит пластина, смотрим. Валимся. О, золото! Капец, глянь, ты видишь? Ёшкин кот! Капец, ребята, просто капец. Так это же бабки, подожди. Какое это тебе золото? Ну и золото, вот золото там есть. А, мне не видно просто с этой стороны, вижу бабки. Ребят,
Капец, какая-то мокрица побежала, смотрите. Вот, в прямом эфире. Да вот, смотри, вот. Да какая мокрица, золото и доллар, давайте будем считать. Сейчас, так, капец отличненько, просто. Отличненько, так ремонт. Сейчас, посмотри, 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 никого не видишь. Ну да, да, тут нужно потише. Капец, стеночку развалили, ребят, смотри, смотрим. Вот, в этой стене, ребята, смотрите, так, было вот это все. Посмотреть. Так, капец, аккуратненько. Капец. Полтинников пачка. Немножко полтинников. Ну, знаешь, это палец сейчас... проволоки в какой-то. В карман положи пока. Сейчас, подожди. Бери в карман, бери тут же. Сейчас, подожди. Да, сейчас уберу, сейчас хочу показать. Потом посчитаем. Потом-то посчитаем. Ребят, сейчас, подожди, я просто в шоке. Сейчас я, знаешь, я когда такое нахожу, сейчас я убираю свою эту треножку, складываю. Вот это я уже не люблю кричать, такие моменты. Такие моменты, знаешь, что надо делать? Надо пересчитывать бабки. У нас, вы знаете, надо потихонечку. Я забирай. Понимаю, когда мы говорим, что мы не продаем никакие находки, ну, конечно, кроме золота и бриллиантов мы ничего не продаем. Но это, конечно же, ладно. Сейчас я не буду вам много рассказывать, потому что ветер усиливается. Капец просто, руки трясутся. Сейчас буду считать, сколько же там у нас получилось денежек. Сейчас снимаю, убираю, значит. Ну что, супер крутой сериал «Короли кладов». Заводь болотная сзади просто завораживает. Артефакты, которые мы поднимаем с дна этого болота, просто восхитительные. Смотрите второй и третий сезон наших супер крутых поисков сокровищ. Золотой бидон фашистского генерала, карта фашистского генерала. Сегодня будем вам ее показывать и рассказывать про те сокровища, которые были обнаружены. Виклинг — это золото, золото, золото. Не забывайте. Ну что, сейчас будем работать на там крутом мосту. Местные рассказывают о том, что здесь могут быть настоящие сенсации. Устанавливаем наши гаджеты, получается, и будем сейчас начинать настоящие крутые съемки. Это сериал «Короли кладов». Смотрите первый, второй, третий, четвертый сезон. Кстати, к сожалению, вы знаете, я уже рассказывал, часть видео уничтожена из-за того, что в болото я ночью провалился и не получилось, получается, сохранить супер крутое видео. Но сейчас... Ребята, работаем, ставим вторую камеру. Есть сигнальчик. Не хотелось бы ничего пропускать. Раз документальный фильм, так документальный. Сами понимаете. Это настоящая сенсация. Сейчас комары, смотри, реально. Дорогие друзья, сейчас в лесу вот нашли такой огромный объект. Не знаю, возможно, это и была эта ставка фашистского генерала. Сейчас изучаем. Просто восхитительный артефакт сохранился довольно-таки неплохо. И самое главное, что все это в огромном глухом лесу. Наш сериал «Короли кладов» — это истории про фашистского генерала, про его карты, по которым мы уже работаем много лет. 3 года мы снимаем видео, 2 года мы снимали наш сериал. Это настоящая непридуманная сенсация, как мы ходим, ищем, работаем с картами, работаем с артефактами, работаем в музеях, в архивах и, конечно же, с местным населением, узнаем по крупицам разную информацию. Золото и бриллианты. И другие находки — это непридуманные артефакты, это те вещи, которые мы выкапываем. И это пение птиц тоже настоящее. Аккуратно звони здесь. Кума, что там? Ты знаешь, тут был, получается... Ой, блин, палка лопнула, сейчас ничего, сейчас. Тут был какой-то бункер, похоже. Там амуниция осталась. Военная? Ага, но тут просто змеи. Сейчас. Не знаю, по этой крыше я смогу пройти? Да, я думаю, нет. Оно смогу так считается. Пройти. Сможешь, да? Слушай, смотри, не бахнись. Так, сейчас. Там просто смотри. Сейчас я зайду. Там лежат какие-то штаны фашистские. Ну ладно, сейчас постараюсь. Ладно, ты знаешь, тут очень много змей. Давай тогда, что это, в следующий раз покажем. Ну что, продолжаем снимать наш супер крутой сериал «Короли кладов».
Сейчас направляемся дальше в заросший лес. Будут новые сенсации, будут новые артефакты. Поэтому смотрим, не переключаемся, прём дальше. Сейчас подходим к мосту. Смотрели по картам. Давай подойдем поближе. Значит, ищем супер крутую хижину в лесу. Уже несколько дней работаем здесь. Подходим все ближе и ближе. И вот он здесь. Оба, кто-то прыгнул. Здесь было все это, говорят, здесь был фашистский генерал. Все было огорожено колючей проволокой. Здесь находилась его ставка. И они здесь прятали, так по легендам, которые рассказывают местные жители. Но не знаю, правда, неправда. А, кстати, вот и смотри, колючая проволока пошла. Ребят, смотрите, то, что я вам рассказывал. Смотрите, получается, остатки этих всех. Видно, да? Да. Давай вот так, смотри. Аккуратненько не уколись. Смотрите, получается... Здесь, как нам и рассказывали местные, просто даже не верится, что такие артефакты еще представляешь. Но из-за того, что глухой лес, болото получается, смотрите, аккуратно, не влезьте полностью. Посмотрите, видно, да? Мост. Давайте за мной потихонечку, если можно, идем. Мост полностью накренился. Значит, он уже частично ушел в болото. Болото, я думаю, сейчас заводь вам видно. Сейчас постараюсь тоже там попробовать глубину. Будем забрасывать здесь поисковый магнит. Это... В это не верится, что наконец-то мы нашли этот мост, очень долго его искали. Новая сенсация. Сейчас, когда выйдем в лесу на этот старинный фашистский дом, где генерал фашистский, была его резиденция, сразу вам покажем. Я думаю, что там будет новая сенсация. Это сериал, если вы знаете, «Короли кладов». Который вы сейчас смотрите. Да, кстати. Мы переключаемся, смотрим первый, второй, третий сезон. Настоящие сенсации, как мы занимаемся поисками, как мы лазим по болотам. Вы знаете, недавно я провалился в болото, утопил свой ноутбук. Огромное количество материала, которое было отснято во время этих экспедиций и поиска сокровищ нашего сериала «Короли кладов», безвозвратно была утрачена. Но мы прям дальше, вы знаете, наш боевой клич. Виклин! Золото! 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 Золото!